Экономически активного населения. Эти параметры находятся, скажем так, являются более оптимистичными, нежели в большинстве территорий Российской Федерации. Наибольшую долю в отраслевой структуре бизнеса занимает оптовая и розничная торговля 38%, строительство 11%, транспортировка и хранение товаров 8%, производство 4,5%. И уже уже 22 года особую роль в процессе развития малого и среднего бизнеса в Хабаровске играет наш совет по предпринимательству при мэрии города.